спорткомплексе Донецкого национального медицинского университета имени Горького. В честь праздника, посвященному Всемирному дню сердца, состоялся флешмоб, пропагандирующий здоровый образ жизни. Главной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, мотивация населения к укреплению здоровья, что в конечном итоге поможет снизить заболеваемость болезнями сердца и сосудов. На мероприятии также присутствовал участник праймерис на пост главы городской администрации города Донецка от фракции «Свободный Донбасс» Артем Сердюков. Он подчеркнул значимость здорового образа жизни, который современной молодежью в большинстве своем, к сожалению, не поддерживается. Я в своей программе и при встречах со своими избирателями много говорю о том, что в нашем городе практически не уделяется этому внимания. Нам нужно поднимать как спортивные футбольные поля, так и любые другие активные виды спорта, активный образ жизни. Нам нужно оторвать молодежь от лавочки с пивом, да, и от гаджетов, и все-таки работать над тем, чтобы люди вели активный, здоровый образ жизни. Спорт и здоровье всегда идут рука об руку, ведь не зря говорится: в здоровом теле здоровый дух. Я должен сказать, у нас в медицине есть такое понятие: медицина и спорт – это единое целое. И с этой точки зрения тренинг или тренировки, которые мы предлагаем нашим пациентам, просто здоровым людям, являются необходимыми. Мы сами строим свою жизнь, выбираем пути своего развития, реализуем задуманные планы. Мы поступаем так, как подсказывает нам наше сердце. Сергей Михайлов, Виталий Чех, Новороссия ТВ.